Привет, меня зовут Женя. Я Леша. Сильные новости. Рубрика «Короче». Поехали! Названы лауреаты Шнобелевской премии. Ее вручают за достижения, которые сначала вызывают смех, а потом заставляют задуматься. Короче, самой мимимишной победой стало изучение мяуканья и мурлыканья кошек при контакте с человеком. Самой очевидной стала победа в области экономики. Оказывается, уровень ожирения политиков напрямую связан с коррупцией. А вот самой пикантной победой стало... Оргазм также эффективен против заложенности носа, как и медпрепараты. Короче, дышите носом. Женя спит, его уснул. В Гродненской области мужчина пришел грабить квартиру и уснул. Хозяин квартиры вернулся домой и, прямо как в иронии судьбы, увидел спящего незнакомца. Тот уже успел утащить кое-что из бытовой техники. Теперь выспится на нарах. Возбуждено уголовное дело. Я ничего не проспала? Нет. Осторожно, жесткие кадры. В одной из многоэтажек по улице Барыкина прямо с балкона упал мужчина. Его до последнего пыталась удержать женщина, но это не получилось. Он упал буквально за мгновение до того, как спасатели успели надуть специальную подушку. Говорят, мужчине около 50 лет, и в чем причина такого поступка, на данный момент неизвестно.